Перестаньте называть стримера Мазелова кириешкой. Почему эта петиция важна? Все началось с прорыва карьеры стримера Мазелова в платформе Twitch в далеком 2020 году. Мазелов, или, проще говоря, Илья, подвергся нападкам со стороны зрителей, которые начали распространять о нем дезинформацию Кириешка. Этот псевдоним, коим его кличили на зоне в 1996 году, проплыл в его стримерскую карьеру, когда сам стример рассказывал о своих похождениях в черном дельфине. Чего, блядь? Вы нас спросите, где... Мне, я 99-го года, ребят, неправда. Вы нас спросите, где дезинформация, а я вам скажу, кирешки больше нет. Вот именно, нет. С того момента, как Мазелов Илья стал стримером, а после, вступив в тайный клуб прошлых зэков Черного Дельфина, которым сейчас называют 80-й склад, прикрывает стримерским сообществом и вымывает деньги с обычных школьников, отдавая 80% заработка шефу. Да не Кашину, что ли? Я вам ничего не, не отдаю. Так называемому Владимиру Братишкину. А, сидевшему по статье... так, Мазелов больше не Кириешка. Блять, вообще, кстати, приложить вот эту фотку, это тоже кринж, пиздец.